В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шератон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. В Уфе наградили лауреатов регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». В этом году фестиваль проходит в 10-й раз, и за это время он превратился в самую масштабную общественную акцию МЧС России. 11-летний Азамат Арапов бросился на помощь утопающей девочке, которую затянуло в водоворот. Азамат окликнул взрослых, а сам прыгнул в пучину, не раздумывая. Он быстро поплыл к тонущей девочке, схватил ее за волосы и довел до берега. Ежегодно список награжденных пополняется новыми историями мужества, именами юных и взрослых жителей республики, вовремя пришедших на помощь ближнему. Здесь и дети, которые спасали малолетних при пожаре, и люди, бросившиеся в воду к утопающим, а также другие. Кроме детей и героев, отметили и лучших по профессии – пожарных, руководителей отделов ведомства. Всего награды получили более 40 человек. Также в рамках фестиваля «Созвездие мужества» отметили лучшие журналистки работы, посвященные тематике спасения и безопасности. Шеф-редактор телеканала РБК Уфа Кирилл Кукош стал победителем в номинации «Лучший телевизионный проект». Награду за содружество во имя спасения получила и продюсер нашего телеканала Наталья Никандрова. Вообще, что хотелось бы сказать, то что мы, новостищики, так же, как и сотрудники МЧС, работаем по одному принципу – это здесь и сейчас. Мы не можем себе позволить сказать «сделаю позже» или «завтра». Эти награды нас очень обязывают быть лучше. Да, ну от себя, конечно, хотелось бы отметить то, что РБК – канал экономический, но тем не менее мы стараемся освещать широкий круг проблем, и МЧС считаем для себя одной из главных таких тем. Здесь тоже можно говорить много о деньгах, но, конечно же, очень радует, что больше приходится говорить о человеческом подвиге, о человеческой доброте и смелости. Продолжаем. В рейтинге трезвости по России Башкортостан занял 32 место. В Татарстане пьющих больше. Соседняя республика расположилась ниже на 10 строчек. Исследование публикует портал «Трезвая Россия». Самыми непьющими традиционно стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими из 85 регионов, данные которых были использованы при составлении рейтинга, эксперты назвали Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданскую область. В исследовании учитываются статистические данные по незаконному обороту алкоголя, количеству людей, злоупотребляющих спиртным, а также динамику за последние 4 года. Также временно исполняющий обязанности главы региона Ради Хабиров поручил разработать механизм, который позволит существенно увеличить число камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах республики. По его мнению, история регулирования транспортных потоков и нарушений ПДД не придумала ничего лучше, как усиление наказания и его неотвратимость. С этим могут помочь дорожные камеры. На данный момент в регионе чуть более 200 таких постов, в то время как в соседнем Татарстане почти 1500. Ради Хабиров поручил Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству взять на контроль участки концентрации автоаварий в нашей республике. Таких на территории региона 138. 7 из них находятся на федеральных дорогах, а остальные на республиканских. Что мы делаем с камерой фото-видеофиксации? Я вот не знаю, мы неоднократно думали об этом и анализировали, что происходит. Мы обязательно должны увеличить. Меня совершенно не устраивает там увеличение, подчеркиваю, на 50 в год, на 60. Мы должны валом это увеличить в течение вот ближайших года-двух. И тогда мы все-таки эту волну, наверное, собьем. Потому что нет ничего лучше, как отрезвляющее поведение. С этим мы договорились тогда по камерам фото-видеофиксации. Пока на данный момент мы признаем, что мы крайне отстаем и крайне неудачно у нас ситуация в этой связи. По мнению экспертов, помочь навести порядок на дорогах могут не только камеры, но и профилактические мероприятия с детьми. Пусть они еще не водят машин, но когда станут водителями, будут управлять транспортом в строгом соответствии с правилами. На данный момент соответствующая работа с детьми ведется. В частности, в муниципалитетах возводятся детские автогородки. Конечно, трудно посчитать, сколько вот мы детям спасли жизни или уберегли от получения травмы. Но даже если там троим, четырем, пятерым мы спасли жизни, это значит, мы работаем не зря. Кстати, в этом году мы сейчас запланировали, на следующий год также эту работу будем проводить. Мы автогородок сделаем в городе Сибая. Кстати, будет помогать нам в том числе спонсоры. Это Денис Андреевич Назаров. Мы с ними этот вопрос несколько раз обсуждали. То есть это будет такой красивый автогородок.
автомобильный городок детский. Это будет прямо в парке, в центре города Сибая. Это, во-первых, будет украшением, не только украшением, конечно, основное, чтобы вот дети туда приходили и изучали правила дорожного движения. Кроме того, как сообщается, республика планирует закупить 663 камеры фиксации нарушений ПДД стоимостью более 2 миллиардов рублей по инвестиционной схеме на 7 лет. 2 года уйдет на установку оборудования, еще 5 лет на выплату за эксплуатацию камер. Таковы новости к этому часу. Хорошего дня.